утро, страна. Вот покажи, где мы плавали вчера. Сейчас. А вчера вот только что мы были вот здесь. Я говорю, платная дорога. Надо. Езжай, иди вокруг. Нет, я, конечно, тебе думаю, что если тут немножко польет, черногорцы не расстроятся особо. Ну мы без лежаков, да? Мы ненадолго. Надо потом вот туда будет съездить, где проводчик.